Как прокомментируешь Стас Гейт, где Стасяна как просто одобрил убийство ребенка, и сейчас интернет пытается начать Стаса как Красовского? Я думаю, это заговор, ну, не иронично, против Стасяна. То есть у него есть два важных личностных качества. Он, во-первых, пи***ц какая гнида, а во-вторых, он пи***ц какой тупой. И вот я думаю, что как раз-таки второе его качество сыграло очень важную роль, потому что он неоднократно уже в эфире россиянских СМИ выдавал такие телеги, которые для россиянских СМИ неприемлемы. Можем вспомнить этот знаменитый кейс, когда он рандомно Навального упомянул на Соловьев Лайв, и его одернули в наушник, прямо вот в прямом эфире это видно, как он хватается за наушнику, как бы выпучив глаза, после того, как сказал слово «Навальный». Я думаю, поэтому его просто хотят отовсюду поубирать благополучно. И одно дело просто уволить Соловьев Лайв, а другое дело, что надо как-то разбираться с его органической популярностью, потому что он неиронично безумно популярен в РФ. То есть это именно блогер от народа в Российской Федерации. То есть вот люди, называющие себя русскими в 21 веке, они смотрят вот такой контент по большей части. Это основное, что они смотрят, в принципе. Так что и это его люди. То есть, ну, они такие же, грубо говоря, по любому вопросу. Хоть по царской семье, хоть по Сталину. В принципе, у них взгляды одинаковые. Ну и да, и поэтому, скорее всего, и, кстати, то, что Стас, ай как просто, якобы пытался сжечь квартиру домовенку Добби, это буквально все часть этого заговора, на мой взгляд. То есть Стас не пытался никого домовенка сжечь. Это конченый бред. Кому вообще нужен этот домовенок Добби? Кто-то помнит вообще, кто это? У Стаса конфликт с огромным количеством людей. Наверное, если бы он хотел кому-то сжечь квартиру, наверное, это был бы Штефанов, да? Ну ладно, Штефанов не в РФ. Ну окей, за неимением Штефанова тогда Вестник Бури. У них гораздо более крупный конфликт с Вестником Бури. У Стаса как просто... Причем тут Содомин, или как там его зовут? Содомина этого никто не знает, нахер, который домовенок Добби. То есть я в последний раз эту фамилию и это прозвище слышал лет 5 назад. Как бы вообще забейте.